Привет, друзья! У нас весна. Сегодня 28 января. Температура днем плюс 11. На завтра тепло плюс 11. Ясно. И на послезавтра, и на целый месяц у нас днем плюсовые температуры. Ночью там, возможно, будут заморозки. Вот такие первые вестники весны. Цветут подснежники. Такая нежная красота. Любоваться можно бесконечно. И начинаются весенние работы. Буду обрезать клематисы, розы. Чтобы все это успеть сделать вовремя. Потому что на клематисах уже почки пробудились. То есть весна вступает в свои права. Нужно успеть все вовремя сделать, обрезать, обработать, подкормить. В общем, начинаются у нас трудовые весенние будни. Это древовидные пионы. Они распускаются рано. Это морозник. Сорт не знаю. Бутонов полно, но есть уже и цветы. Вот тут видно, какая красота. Здесь еще распустился вот такой красавчик. Она уже здесь. Вот она, красавица. Ну, не надо цветочки клевать. Не надо, уйди. Уйди, уйди. Это не твое. Только любоваться не есть. Вот такая красота. Весна пришла. К нам пришла весна. Очень много повсходило. Вон там росточки молоденькие. Это морозники взошли. Семена разбрасываются, прорастают. И самосевом растет. А это старые кусты, надо срезать листья. И там тоже вон красота. А это нарциссы всходят. Тоже тут целая полянка. Крокусы взошли. Цветут виолки. В общем, весна вступает в свои права.